ФБР изучает обломки китайского дирижабля, сбитого американскими военными над Атлантическим океаном. Пока водолазам удалось обнаружить лишь малую часть его электроники, и делать окончательные выводы о предназначении шара рано, отметили в Федеральном бюро расследований. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что дирижабль, летавший в том числе над штатом Монтана, где находятся пусковые шахты, способных нести ядерные боеголовки баллистических ракет, абсолютно точно выглядит как шар-разведчик, а не метеорологический зонд, как утверждает Пекин. Не считают, что у Китая есть целая программа по сбору разведданных с помощью подобных дирижаблей.